В Бишкеке проходит 11-й ежегодный республиканский театральный фестиваль. Он посвящен памяти известной актрисы кино и театра, народной артистки СССР, лауреата Госпремии имени Токтугула Сатылганова Даркуль Куюковой. В рамках фестиваля прошла конференция «Выступления областных театров». Цель культурного мероприятия – показать зрителям и самим работникам искусства культурную идеологию и ценность искусства. Республиканские театральные фестивали проходят ежегодно. Так, например, в прошлом году фестиваль был приурочен к творчеству народного артиста Муратбека Рыскулова и режиссера Искендера Рыскулова. В этом году на ежегодном фестивале, который приурочен памяти известной актрисы кино и театра, народной артистки СССР Даркуль Куюковой, будут выступать областные театры драмы, которые покажут 9 спектаклей. Все театры страны связаны между собой. Великие артисты так или иначе влияют на искусство. Так в столицу приехал Ошский драматический театр со спектаклем «Уйкамагы», что значит «домашний арест». Так спектакль повествует о всех проблемах нашего мира, о коррупции, проблеме в экологии и нечестных людях. На этот фестиваль приехали театральные труппы с каждой области и показывают свои лучшие спектакли. На закрытии фестиваля будет награждение лучших театральных коллективов за их постановки. Наш театр приезжает на этот фестиваль в Бишкек каждый год. Отрадно, что приходит много людей посмотреть на наше творчество и вспомнить великую артистку. Театры привезли на фестиваль опытных и хороших артистов, которые сделали свой вклад в театральную сферу страны. Так, заслуженный артист Ражбек Асанов сыграл главную роль в спектакле и рассказал, как на его творчество повлияла Даркуль Куюкова. Я знал эту великую актрису и всегда относился к ней с уважением. И она очень сильно повлияла на мое творчество и на многих других артистов. Даркуль Куюкова была профессионалом своего дела и многому научила своих коллег. Театр всегда будет занимать важное место в жизни людей. И великие актрисы и актеры живут в памяти не только театра и театральной труппы, но также и в сердце благодарного зрителя. Алина Хайдаршина, Кинджибек Максатулу, «Пирамида».